Значит, что касается зон, которые подведомственны КП «Горзелентрест». На сегодняшний день все парки, скверы, которые находятся у нас на обслуживании, подлежат выкашиванию. Эта работа ведется ежедневно. Кроме того, те зоны, где прорастает амброзия обильно, мы используем специальное средство «Дешифит». У нас остались еще запасы с прошлого года. И те зоны мы обрабатываем, соответственно, она туда пропадает. На следующий год мы вот обратили внимание по тем территориям, которые обрабатывали в прошлом году, она прорастает уже в меньших объемах. Значит, что касается амброзии в частном секторе. Сегодня есть карта амброзия.нет. Жители города могут нанести туда, значит, те точки, где они видят, кто разбирается в очаги прорастания амброзии. После этого выезжают наши инспектора. И те организации, которые обслуживают частный сектор, получают предписание, либо если они выполняют выкашивание, либо другие методы удаления амброзии, значит, получают за это штраф. Кроме того, работает фитосанитарная служба, которая в том числе контролирует и нас по амброзии, и в случае ее обнаружения выписывает нам уже предписание.